Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас. Приветствую всех, кто находится сегодня в клубе «Опера». Этот концерт очень важен и волнителен для меня. Сегодня мы исполняем исключительно песни Егора Летова, которые составили программу, которая так и называется «Песни Егора Летова». Я был
котором нет слов. Спойте мне слово, в котором нет места. Я давно не плакал, я плакал и пел, а потом стал слушать. Оказывается, в доме очень много часов, и ничего не слышно. Я удивился, сердце стучит все так же, сердце стучит все так же. В 1989 год я учился в 6 классе, мой брат Алексей, будучи старшим братом, он учился, наверное, в 9, принес мне кассету из школы и сказал: послушай это. Я поставил магнитофон, послушал, мы все послушали. Я рад, что мы теперь все здесь. Спасибо. Спасибо, друзья.
авторная песня. Не скажу, что это была первая песня, которую я услышал, но просто тема моей жизни. Она вот просто все эти годы, там, с 90-го года, просто у меня в голове. Она называется «Кайф или больше». Let's go.
Господь, и забить изнутри ворота. Ведь никто не хотел умирать, никто не хотел умирать, никто не хотел умирать. О-о-о-о, никто не стал умирать. О-о-о-о, никто не смог умирать. О-о-о-о, никто не стал умирать. О-о-о-о, никто не смог умирать. Пусть в доле, который месяц, который месяц, проливной приговор. Без посторонних рассуждений текут эмоции в промежность судьбы. А тем, кто ни разу не жил, подарите свободу сидеть за столом. Мама, мама, мы с тобой над землёю, под луной, тихо-тихо, снег идёт, кто-то плачет и поёт. Слышишь, слышишь тихий смех, белый, белый, словно снег. Кто-то плачет, кто-то спит, тот, кто плачет. Thank you.
с тобой над землей, под луной. Спасибо. Еще одна ранняя песня, очень ранняя песня гражданской обороны, которая меня взвеселила и возрадовала просто непомерно и веселит по сей день. Такая оптимистически в кавычках веселая песня, которая называется «Кленовый лист». Сквозь дыру в моей голове. Полные дома розовых людей, мокрая мозоль, скользкая сопля, мокрые подробности обнаженных тел. Я стреляю на попал. Сквозь дыру в моей голове. Сквозь дыру в моей голове.
По ровному полю автоматы на шее скрипят. Экое ровное поле, только трупы валяются там и сям. Сначала я думал, что это колодцы, потом я подумал, что это могилы, а теперь я вижу, что это простые трупы валяются там и сям. Глупый мотылёк, догорал на свечке жаркий уголёк, дымные колени. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Мертвый не воскрес, хворый не заткнулся. Слев, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Оптимистичная песня, как мне казалось всегда. Это весьма саркастическая. А, просто супер. Она называется «Давайте будем жить вперед!» Все данные, чтобы смеяться в захлёб. Все данные, чтобы
ответа. Все данные, чтобы летать, все данные, чтобы любить. Давайте поможем друг другу летать, давайте поможем друг другу любить. Так долго мы пили в уютных гробах, так долго учились друг друга давить, так долго учились стонать, умирать. Я хотел представить моего товарища, который с самого начала поддержал эту мою весьма сумасшедшую идею еще в 2015 году, когда были первые два концерта этой программы. Дорогие друзья, Артем Теклюк за барабанами. Вообще в творчестве Егора Летова и Гержанской обороны в целом очень много всяких персонажей, таких зверушек, самых разнообразных, от маленьких до больших, и от живых до практически мертвых. Вот эту песню многие знают, кому она была посвящена, и сейчас она прозвучит. Лучше не шутка, шепот не слушишь, не собирал, сразу терял все, что находил. Превращался в тулю, чтобы кто-то там вспомнил, чтобы кто-то там глянул, чтобы кто-то там. Плюшевый шутка шел по ленту прямо на Берлин. Смело ломал каждый мостик перед собой. Превращался в тумла, чтобы посидел волос, чтобы почернел палец, чтобы полил дождик, чтобы кто-то там тронул. Чтобы кто-то там думал, чтобы кто-то там стронул, чтобы кто-то там стол накрыл, ошибку починил, дождь махнул, ветку нагнул. Плюшевый шутка лез на небо прямо по сосне, грозно рычал, против ограждения. Превращался в точку, значит, кто-то там, значит, значит, кто-то там, верит, значит, кто-то там, помнит, значит, кто-то там, любит, значит, кто-то там.
Клюшева и Мишутка. Ну как вы там? Это, конечно, супер. Вот есть такая. Под серым забором недельной любви в своем отражении узнайте Махно. Поймали мешок золотой огурец, карманный фонарик плачевно погас. Тогда ж ты убить прокричали в дорогу, ломая посуду диковинных фраз. Но Юда будет в раю, Юда будет в раю, и Юда будет со мной. Победных депрессий обеденный звук, на постных героев кугривый набат. Святое дупло мочегонной мечты. Кальсоны сгорели в мятежной ночи, мышиных созвездий и вибали. Но помогатые жизни добротно цветут. Но Юда будет в раю, Юда будет в раю, Юда будет со мной. Дорогие друзья, сегодня супер необычный день, и для меня это просто счастье, праздник, потому что сегодня в этом зале, да и более того, совсем через секунду на этой сцене появится сооснователь группы «Гражданская оборона», практически друг детства Егора Летова, Константин Рябинов, Кузя Ло. Вот, мы споем. Меня просто вот счастье. Константин, я восхищаюсь и преклоняюсь перед всем, что было сделано, и продолжает делаться. Мы хотели вместе исполнить для вас песню, которая была написана Константином давным-давно. Она называется «Собака». Что-то очень похоже на безысходность, не ловила даже
Константин Рябинов. Бункер, моя свобода, сладкий пенец из окнов, но сапогом моего народа старшина тормозит говно. Преданный за угол, убить вам он не дает.
Сарами обречены на полнейший провал. Я убил себе государство. В мире брак, извлечь в мире пустых возниц. Балансирующие на грани меж параллелей густых ресниц. Чтобы ты за углом, где мы не помоем ветром. Похоже, ты не попал, заранее обречен я на полный провал. Твоя свобода заколочена дверь крестом. Полную яму врагов народа я укрою сухим крестом. Забытый за углом, убитый помой ветром. Добро понял, уже чем пропал. Заранее обреченный на полный провал. Убей себе государство. Представляется вечность как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого будет там всего одна лишь комнатка. Эдак, на вроде деревенской бани. Темная, закоптелая, а по всем углам пауки. Вот и вся вечность.
безоречный, продолговатый время шкал, выступать вперед, надеясь, что была и у тебя, когда. Вечерами поезда, каждый день от девушек любимых уезжают парни навсегда. Каждый день от девушек любимых уезжают парни навсегда. Поезда, не надо торопиться, слышите, не надо поезда. Дайте парню с девушкой проститься, может быть, проститься навсегда. Дайте парню с девушкой проститься, может быть, проститься навсегда. Вот тревожно двинулись вагоны, вскрикнули со стоном поезда. Если любишь милого в погонах, если любишь милого в погонах, полюби разлуку навсегда. Если любишь милого в погонах, полюби разлуку навсегда. Дело в том, что, я не знаю, для тех, кто в теме, наверное, знакомо вот этот вариант гитары. Мне кажется, что первые альбомы «Американской вороны» были записаны точно на такой же гитаре. Дело в том, что эту гитару конкретно мне подарила мать в 89 году. Именно на этой гитаре. Понимаете, да? Именно на этой гитаре я впервые сыграл песню, которую предлагаю спеть нам всем хором вместе. Песня, которая, мне кажется, достаточно услышать ее один раз, чтобы запомнить все слова, всех куплетов на всю жизнь. Споем? Молодец, без знаков, не дотрогайте на всех. И молодец, без знаков, не хватает.
такое дерьмо, а все другие враги. Все такие же мудаки, над родною надо честной без слова и всех шоу. Я купил журнал, там тоже хорошо, но товарищ Киберсен, там тоже что у нас. Песня, которая тоже запоминается на всю жизнь, не забывается никогда. Устремленно набивать карманы мертвыми мышатыми живыми хуями, шоколадными конфетами и нерукотворными пиздюлями. Патриархальные смолки устаревших понятий, заводных образов и вежливых слов. Покончи с собой, уничтожь весь мир. Покончи с собой, уничтожь весь мир. Слов наивнихся на больный смех. Слов наивнихся на больный смех. Слов наивни все на больный смех. Слов навалится на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. География подлости, орфография ненависти, амалония невежества, мифология оптимизма, законы голубей седла нравия. Сады пишут слова красунья, устали ребенка глаголет я, устали ребенка глаголет пуля.
Yeah!
Однажды Господь пропитан нам снова мира. Заслуженный Господь, каждый заглядывал страх. Праведный праздник для праведных граждан. Я могу принцип движения к солнцу, каши с лизами не испортишь, нет! Полные сами девичьим срамом, полные пустыми мячьим срамом, девичьи глазки, кукушки и слезки, также всякие иные предметы. Ты кто погиб в генеральном сражении? Кто погиб в генеральном поражении? За полную чашу жалости встанет краской битве разведевшей похоти. Самолет успехнулся в Тременске, народ обетованной земли. Постей, голое тело нашли, черный отдел. Хлопнули дверь, кости куда-то ушли. Я не хотел, дохлые рыбы тихо сели на дно и разбрелись. Все мы могли бы
заявись. В это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Чей? Насрать на мое лицо. Вам насрать на мое лицо. Всем вам насрать на мое лицо. Птицы смеются, вдруг замолчали на мне. Макет оказался сильней. Последний корабль остыл, последний фонарик устал. А в голове сопят копья в общем-то, и все на сегодня. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли, как-то поддержали.
Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня в оперу. Еще одна моя у нас одна из самых любимых песен. Тобой задавит нас на вертелка. Трамвай раскроет нас на несколько частей. Трамвай подарит нас под розовым дождем. Трамвай поверит нас среди морей. Трамвай забудет нас сюда-сюда. Трамвай сыграет нас на медленном огне. Трамвай согреет нас доверчивой весной и пропадет. Артемом Теклюком. Дорогие друзья, Артем Теклюк записали вместе в студии. Они есть в бесплатном доступе ВКонтакте. Пожалуйста, если вы хотите переслушать что-то, то добро пожаловать. Все бесплатно. И есть также, ну, на память мы выпустили альбом, диск, физический диск, который, не знаю, если кто-то хочет подойти и сказать прямо в лицо все, что думает, хорошее, плохое, неважно, то мы ждем вас прямо здесь. Под этой сценой через 5 минут диски есть, на память подпишем. И огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо, друзья!